Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня буду готовить салат под названием «Крепость духа». Название само, в принципе, себя оправдывает, и почему, вы узнаете немножко попозже. Что нам для этого салата понадобится? Нам понадобится 1 картофель, 1 морковка, 1 луковица, курицы 100 грамм, 1 консервированный огурец, 5 штучек чернослива, сыр 100 грамм, 1 яблоко, майонез, горчица, соль по вкусу. Ну что ж, давайте приступать. Первый слой идет мелко нарезанный картофель. Его, конечно, можно натереть и на терке, это не суть. И теперь самое интересное. Мы готовим соус. Почему он называется «Крепость духа»? Потому что там есть горчица. И чем больше горчицы, тем больше крепость духа. Поэтому добавляйте горчицу на свой вкус. У меня здесь горчица уже с медом. Поэтому она не очень-очень острая. Но такая чувствуется. И нам нужно горчицу и майонез перемешать. А как перемешать, сколько добавить, я говорю, вы пробуйте и уже на свое усмотрение. Как вам хочется, остренький-остренький или все-таки чуть-чуть горчицы добавить. Я попробовала, по мне само то. Сыр разделите на две части, потому что вторая часть нам понадобится на завершение салата. Ну вот и все. Салат «Крепость духа» готов. Надеюсь, он вам понравится. Он порадует ваших друзей, близких за вашим праздничным столом. А я на этом с вами буду прощаться. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. До скорой встречи!